Привет всем. 2 года я не был в полноценном отпуске из-за дел с ребенком, но наконец-таки съездил. Съездил в своем любимом стиле. Правда, ребенок со мной был только один, так уж получилось. Ну, такая у нас ситуация в семье в этом году. Зато была возможность уделять достаточно времени одному конкретному ребенку. Соответственно, и прогресс получился существенный. Надежды на философские беседы, в общем, не оправдались тоже. Наверное, мои ожидания были слишком большие для такого маленького возраста. Мы интересно поговорили, интересно пообсуждали, но вряд ли что-то такое, что любопытно было бы смотреть всем. Но я просмотрю отснятый материал, может быть, что-то там и найдется любопытное, чем можно поделиться. Интернета у нас практически не было, что, в общем, и хорошо. Но, правда, я поотстал от текущих событий, так что нужно нагнать. Посмотреть, что произошло интересного. У меня была пара роликов в разной стадии производства, так что, наверное, начну с того, что доведу их до конца. А пока небольшое резюме с моей подопечной, которая тоже уже встречалась на фотографиях раньше. Вот чего мы достигли за 2 недели. Так, ну что, уважаемый Дима, сегодня примерно 10 дней, как вы знакомы с Дусей, да? С учетом пропусков. Ну, покажи, что умеешь. Красиво. Главное, качество. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7 8 9 10 11 Раз. Два. Три. Четыре. 5 6 7 8 9 10 11. Отлично, отдыхай. Ставь гирю, передохни. Что мы еще достигли? Мы пробили дистанцию 5 километров бегом, с чем тебя поздравляю. И с медалью, соответственно, тебя поздравляю. Подтягивание на низкой перекладине. Тоже у нас все хорошо. Пресс скачали? Качали. Тоже все хорошо. Еще ты начала плавать. Худо-бедно, конечно, пока еще долго тренироваться, но ты у нас поплыла, с чем поздравляю. А теперь передохни, как будешь готова, то рывки. Главное не количество, главное качество, чтобы было правильно. Готово? 1 2 3 Ногами активнее работаем. 4 5 Ногами. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4. Не спеши. 5. Пока не активнее. 6 7 8 9. Не нагибайся так низко. 11 12
13, 14, 15. Отдыхай. А было тут у тебя побольше. У тебя было 25, я помню. Что ж ты не дала отдохнуть?